Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Головива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение. Предоставляю, внимание, велосипедные очки от американской торговой марки Global Vision. Модель называется Retinan Grey. Это велосипедные очки с степенью защиты от ультрафиолета стандартным UV-400. Светопоток сквозь эти линзы Grey проходит не более 23%, что комфортно в солнечную погоду. Модель сама Лейтенант очень надежная, прочная, удлиненная часть линз позволяет лучше закрывать боковую часть лица. Если вы будете кататься в очках от торговой марки Global Vision, вы всегда будете защищены от солнца, от пыли, от грязи. Мало того, эти очки ударопрочные. На них, если вы сядете или наступите, торговая марка Global Vision гарантирует, что они не сломаются. Они прогнутся и выгнутся обратно. Плотность прилегания очков очень хорошая. Посадка очень надежная, комфортная. Глаза не болят и на себе не ощущаешь одетые эти очки. Очки Lieutenant Grey достаточно комфортные. Душка пластиковая. Поликарбонат. Очки состоят из материала поликарбонат, это не стекло, поэтому они надежные и при случайном падении они не поцарапаются. Наружная часть имеет специальное покрытие, которое защищает от царапин и подряпин. Ну, конечно, если вы возьмете дрель, будете ее сверлить, то, естественно, будут царапины. На самом деле очки надежные и хорошо носятся. Внутренняя часть, там где переносится, прорезинена, мягенькая. Это будет комфортно сказываться при езде. Она также еще с отверстиями. То есть дышит и носик, и комфорт от этого. Оправа сама цельная. Линзы отдельные. Линзы можно менять, покупать. Это в нашем магазине все присутствует. Внутренняя часть оправы имеет надпись, название «Лейтенант». И страна-производитель Тайвань, американская компания Global Vision производит свою продукцию в Тайване. Там производственные мощности стоят. Хорошие очки Lieutenant Grey от торговой марки Global Vision продаются в киевском спортивном магазине Белавива. При покупке этих очков рекомендую всегда, конечно, сперва купить шлем, для того, чтобы впоследствии у вас не было проблем. Потому что вот приобретая шлем и одевая очки, у вас начинают возникать вопросы, а будет ли комфортна посадка. Поэтому очки должны всегда сидеть на вас очень удобно в сочетании со шлемом. Покупаем сначала шлем, потом приходим, покупаем очки, вымеряем, подбираем, для того, чтобы потом, когда вы катаетесь на велосипеде, в шлеме у вас очки не заходили за рамки дозволенного, чтобы у вас была всегда комфортная посадка, потому что разный шлем вызывает разную посадку очков. Дошки должны быть комфортны. На самом деле очки очень удобные, комфортные, защищают от солнца каждого велосипедиста. Купить хорошие очки — это всегда правильное решение, потому что они защищают не только от света, но от пыли, от грязи. Дорожная пыль никогда еще никуда не пропадала. А когда вы будете кататься по лугам, полям, то существуют и мошки. Поэтому частое попадание мошек в глаза вызывает дискомфорт. Вот и покупайте хорошие очки от торговой марки Global Vision, американской торговой марки. Данная модель называется Lieutenant Grey. Удлиненная душка, удлиненная линза комфортно закрывает боковые части лица. Если вас заинтересовали очки велосипедные, приходите в наш магазин. Если вам понравился наш видеообзор, заходите на наш YouTube-канал «Головива», оставляйте отзывы. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!